Здравствуйте, друзья! Недавно я была с друзьями в Цахкадзоре. Это горнолыжный курорт в Армении. Правда, туда ездят больше зимой, но летом тоже интересно. И обнаружила новый ресторанчик, очень интересный. Назывался Ясаман, что в переводе с армянского означает сирень. Ну, я все покажу, что мы ели, что там пекут, что готовят. И очень понравился дизайн, конечно, рекомендую. Пошли, посмотрим. Смотрите, как пекут лаваш, это армянский хлеб, портянки еще называется. Сейчас покажут нам. Это маленький. Привет всем нашим друзьям. Это по размеру немножко они маленькие делают. И смотрите, как делают армянский шашлык, хоровац называется. Армянский шашлык и армянский лаваш. Да, и армянский лаваш. Там вот мясо. Можно, да, посмотрим мясо? Ага. Лучшее мясо на свете жарят только армяне. И баклажаны, и перчики. А помидоры у вас есть? О, кипел пошел прямо на меня. Труженица. Молодец. Сладко, знаете, как? Ну, пошли покушаем, как они нам сделали. Ну, решили на улице. Наши товарищи не хотят сниматься, вы понимаете? Вот поэтому у меня влоги не во все раскрываются. Но красиво очень место, новое в Цахкадзоре. И это лыжный курорт. Сюда надо приезжать зимой и летом неплохо. Зимой вот обогреватели есть. Очень красивая сервировка, дизайн отличный. А запах какой? Пахнет хлебом. Ну, все, мне не разрешат, как мы кушаем. Может, фотки поснимем. Попросили чай, смотрите, какие махонькие, а какие тяжелые. Сейчас посмотрим, что это за подстаканники. Оказывается, то не чабрецовый чай был, а был простой зеленый. Вот. И мы попросили, чтобы поменяли нам чай. Еще стакан. Запах идет. Смотрите, какой красавец, а? Восточный, кавказский, как вы говорите. А там лаваш пекут. Смотрите, какой интересный. Армянские вина. Вино. Мне понравился туалет. Такой интересный. Смотрите, лампы тут
И зеркало сделано как будто состаренное в ретро-стиле. Раковина из камня натурального. Это сочетание какого-то мексиканского, американского. Там правда лампочки, видите? Лампочки. И дверь такая красивая. Молодцы. Пока-пока всем.